Я старая рухля. Шпион, уборщик и гуль. Охуенно. А, этот вижен, вижен надо было. Гал кофе ялыч. О, понял. Борщик импостер. Так, гал и кофе. О, блять, ялыч и кофе. Мне не нравится. Ебать, что? А кто гуль нахуй? Убейте меня, пожалуйста, убей. Бля, не убил. Сука, не убил меня. Должен был об меня умереть. Бля, никого. Там гуля срочно нужно найти. Кофе на камерах. Так, хайпер там. Бля, надо как-то в какую-то кучку жесткую зайти, чтобы об меня убились. Оп, двери закрыли. Это уже не я. Подтирают. Чупикс ураган. Может, Олег, об меня убьешься? Не хочешь? Чупикс и ураган. Мне очень нравится. Происходит. Здравствуйте, молодые люди. Добро так, пожаловать. Так, а куда? Здравствуйте. Ебать! Стоять! Так, смотри, у нас чистильщик и у нас гуль. Короче, смотрите, я вам рассказываю один факт. Значит, у меня такая роль, которая видит далеко, так сказать. Очень далеко. И так. На момент... А были то, закрыты двери. Не... А то, что мы роли не скрываем. Чупикс и ураган, импостеры, я знаю. Короче, смотри, значит, смотри. Момент. Были закрыты двери у нас в коридоре. Ну, вот это в хранилище. И в столовке был закрыт Джонни. Соответственно, в хранилище у нас был синий человек, я помню, голландский. И Джонни потом выбежал ко мне в электрику из хранилища. Увы, я чисто из этого дела увидел, что Подержу в этом плане. Мимо. Я видел с Галом. Серега, а у тебя там в медсотеке что-то осталось? Вы сейчас в курсе, что Чупик с ураганом меня дотапливает? Вы меня выкидываете и выигрываете Чупик с ураганом, окей? Базара нет, я все голосую. Нет, ты же с Галом. Потому что ты сейчас ничего не говорил, меня проголосовал. Так потому что ты меня обвиняешь просто так. Так с ураганом Гал бегал. Когда у меня немирная роль. Ну тоже верно, я с Галом бегал, но потом он убежал. Вот как раз вот перед тем, как встали столовую. Еще не добежал, получается. Ну Джонни я бежал все, справа слева. Похуй, я вся проголосовал. Что это такое? Что это за самое производство? А это здесь нету нет, этого? Нет, ты можешь посмотреть, роли нету, нет. Я мирный, ага. меня мирным сейчас выкинули. Без проблем. То есть не нажимать на галочку. А похуй, типа, меня выкинут все равно. Ну ладно, мы спорим, что нет, смотри. Охуенно. Надо было спорить. Да. Ну блин. Чупикс и ураган, yes. Бля, жалко, что вот так не видно, блядь. Один килл и все. Импостер win. Когда да? Бля, он блин, просто не ловил, чтобы убить. Блин, но, да, ребят, это же так было неочевидно, блядь. А чё ты вообще ничего не сказал особо? Я сказал, блядь, ну ты меня просто докинул, все начали меня докидывать. А как ты вычитал, что это мы? Прям потому что вместе ходите, нахуй. А кто мне говорил, блядь, за то, что вместе ходите, хуйня? Ураган, когда есть убийство, блядь, у меня была парочка Олег Ял и ты с Чупиксом.
Так там голландский, Серега, что ты вообще сбор не сделал? Я убиваю Зната, подбегает голландский. Что ты вообще сбор не сделал? Так, Женя, можешь пригласить еще? Так, нет, за что ты меня тогда убил, Ураган? Потому что ты еще один килл делаешь. Ураган, просто прикол в том, что я раскинул уже каждый, кто где находится, поэтому вы меня остаетесь с остатком, и все. Ты когда меня вкидывал, у тебя не было остатка. Ну, тоже верно. Великолепная роль. Мне нравится. Надо тогда быстренько задание расстрелять. Так. Неужели меня убьют первым? Нет, да я на задание, у нас один только рогатый есть. Блять, нахуя. Это ж темно. В темноте же меня еще убили. Не хочу. Там смотри. Рогатый, смотри. Типа я, да? Не, ну вот просто вопрос. Знат, ты сейчас бежал вправо и нажал на труп. Влево, я стоял с метеоритами. А, влево так поворачиваюсь. Кто, тогда стоять, тогда кто-то еще был. Ураган за нами был. Это ураган. Да, я ну один, нахуя. Походу, что нахуя? Что у нас? Зарепортили, блядь. Доктора. Да тут не в этом там... дело, нет. А ну, блядь, ты думаешь, да, там два человека стоит, я прям при них ёбну за предателя, я ж долбоёб. Короче, я буквально на секунду свернулся, помогая Андрею, развернулся, темнеет экран, и в этот момент как раз пробегают, убивают Олега, получается. Но я точно видел врага, и, скорее всего, они были светлые. Да, нет, ну не что, видел ничего. Я не был там даже! Ну, я говорю про рога, я не говорю то, что... Короче, карандашон у меня рога. И этот... Ну, вот у урагана тоже... Это не рога, это другое. Рога, это пучки у меня. Я видел, что что-то было, необычный скин. Ну, знаешь пучки. Короче, все просто, блядь, ураган Таймлорд, он увидел труп, он хотел откатить время назад, чтобы узнать, кто импостер. Все, либо он прикидывается, что... Либо он прикидывается, что он Таймлорд, все. Типа так, не надо, скипаем и все, идем дальше. Скипните просто ебучим карандашом меня, запишите и все. Скипнем, да, скипайте. А смотрите, вот вы удивитесь, что ураган ни разу время отмотать не сможет, ребят. Сейчас он специально не будет отмотывать. Чупекс! Ой, бля, сорян. Спасибо за голос. Всегда пожалуйста. Ну ты сам попроси, я думал, ты в себя просишь голосовать меня. Блять. Let's go, блядь, ну что за тайминги были, я задание почти же доделал. Так, я не успею все задать, ебать задание, да вы ёбнутые, что это за хуйня? Ладно. Похуй убивать. Угу. Надеюсь, он попал в тайминг. Не убивайте, пожалуйста, я выполняю задание. Мне нужно жить. Ёбаная, блядь, карта. Офигеть, меня кто от смерти спас? Ребята! О! Я лучше. Меня убили! Меня убили в левой части! Кто убил? Я лучше рассказываю. Я не понял, кто это! Да бля, прикалывается, что ли? Натирает! Это ужас! Да мне показалось, это Джонни! Мне показалось, это Джонни! Нет, это не... Я тебя сам... Ялыч, я тебя спросил, кто тебя убил? Где ты? Ладно, ребят, Джонни, где ты? Я в админке. Ураган, ты все еще хочешь фейковать? Или мы тебя, может, кикнем просто для... Пиздец, время возвращается, и я живой! Еще б толк от тебя был, чтоб ты сказал... А, все, Галыч у нас таймлорд получается. Пожик, почему чё, я? Джонни, ураган настоит. У кого уши? Да, у кого уши? Ну, ураган. Уши получается, да? Ураган. Да. Ураган, значит, что? Урагана думаешь? Да. Значит, ураган фейканул за таймлорда тогда, когда был труп, и все. Ну, все, значит, ураган. Все. Я просто, блин, ну ушастый кто-то. Он, ну, либо ты получается, ты что же ушастый? Не. Мне кажется, Ялыча сейчас просто убедили, знаете, так. А, я молчал, блядь, все это время. Ебать, я долбоеб. У нас одна и та же система, когда все замьючены, якобы. Ох, у нас один импостер остался. Ты, да? Это какой ты догадлив. Ебать, я надул его нахуй.
Жестко просто. Так, знат, гал. Не, знат, ял, гал. Знат, ял, гал. Знат, ял, гал. Я лгал, блядь. Кому я лгал, блядь? Кому я лгал? Чикс. Не надо киллы делать. Опа, рано, очень рано. Хайпер импостер, да? Ёбаный ты в рот, а. Хайпер меня хочет, мой блин. Оп, меня отравили. Меня отравили, меня отравили. Это вот этот, 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 вот этот. О, давай я прям рядом с ним умру. Прям рядом с ним умру. Все. Бля, ну видно было, видно было. Ну и шо вы стоите, смотрите? Потому что ждали таймборда. Смотри, смотри, кого? Ял, тебя опять дважды спасали? Нет, меня не убивали второй раз, ты когда время возвращалось. Возвращали тебя, Ял. Тебя же возродили второй раз. Тебя убили, Ял, тебя возродили. Меня не убивали. Убивали. Ял, я тебя лично тебя резнули опять. Тебя отличили только что до этого. Чего? Я, кстати, второй раз тебя подняли. Ялыч, кто ты это сдох, был? Я тебя сразу же поднял, ну что ты это? Кого серьезно? Сдох? Просто в смысле, скажи, я не умирал сейчас? Умирал, ребят, я извиняюсь. Гал из нас, скажите, пожалуйста, чтоб я вас не путал немножко по голосам. Да, чё? Раз, два, три, слушаю. Это Гал. Так, хорошо. Гал, Гал, быстренько вопрос. И я очень, если помнишь. Кто с нами четвертый был? Это же был могу Лёша. Могу так говорить. Я бегал со знатом, какой Лёша? Ялычем и... А, Хайпер? Кто с нами? А, это говорит Болт про Хайпера, правильно? Да. Хайпер с нами бегал, коричневый. Вроде да, коричневый я с вами был. Не-не-не, под конец я у вас был, у всех. То есть там прям толпа была. Если исключать... Если исключать, ребят, быстренько, 40 секунд просто. Если исключать, что Ялыч... Ну давай, поговори. Что Ялыча убили, и он даже почему-то не помнит этого. Как, не помнит, я тоже не понимаю. Галыч поднял его. И четвертый с нами был Леша. Потом сейчас Джонни тоже так же чапалах дали. Там Леша рядышком бегал, по сути. Ну, Андрей, ебаный в рот, что ты чепухнул? Подожди, а может быть я реально? Нет, у меня вполне уже... возможно. Вполне тебя глюки, я... А может я еблан? Я просмотрел. Я просто не пойму, знат это или хайпер. Я не понимаю. Для меня это ну это не я, и меня не было. Я не понимаю, кто меня убивает. Я смотрю на эти скины, я не понимаю, кто это. Нет, там же нет никнейма. Скажу, пожалуйста. Подставщик, конечно. Короче, в некоторых моментах я очень сильно туплю, потому что, во-первых, я путаю голоса Зната и Гала. Подожди, Серега. И я очень редко, точнее, не редко, а часто с картой туплю. То есть, прям, знаете, открываю, могу застопориться просто на месте, потому что я не знаю, где задание выполнять. То есть, очень часто такая херня происходит у меня. Я не знаю, кто меня убил. Я уже задание, в принципе, не доделаю. А зачем мне делать? Потому что у нас... Мирные не выиграют. Anyway. Уизиары. Бля, я просто не знаю. Опа, поджигатель выиграл. Бля, мы все знаем. Короче, дамы и господа, если что, меня отравил Хайпер. Я вокруг него специально бегал, чтобы вы поняли, что это. Я прям на него бежал, чтобы вы видели, что это он это сделал.